Ребята, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода, George Calls the Game, в общем-то. Мы в гостевом аккаунте для особо одаренных, то бишь тупых, повторяю, что это не мой аккаунт. Все услышали, не мой это аккаунт. Так что я не в курсе, как здесь что покупалось. Я здесь просто иногда могу зайти и поиграть, и показать вам что-то интересное, ребята. Итак, в общем-то, скоро мы уже сможем насобирать индораптора. Пока что у нас закрыто, да, чтобы его создать, нужно 4000 клеток, да, чтобы его купить, нужно 2000 клеток, короче. Такие вот дела. Напишите, сколько клеток насобирали уже вы. После того, как мы здесь насобираем одного, здесь, в этом аккаунте тоже будет куплен индораптор, и мы сделаем сразу где-то 3 сороковых, после того, как насобираем на первого обычным способом. Вот такие вот, в общем-то, у нас, ребятки, планы. Давайте поставим еда. Еды много не бывает. И пойдем-ка мы немножко посражаемся. Так, водичку мы лезть не будем. Здесь легкотня, только амфибии. А в этом аккаунте, да, самое интересное, это вот эти вот сражения, в которых мы можем поучаствовать. Супер бои с супер мутантами, так бы я назвал. Так. И кого мы тут возьмем? Ну, здесь вообще-то напрашивается, сами понимаете, кто. Берем танка. Он же и, по идее, съест аморгозавра. Потом возьмем сегнозуха и церазинозавра, допустим. Давайте возьмем такую троицу. И повоюем. Ну, подменяться... Блин, он же подменится. Что-то я затупил. Ладно, неважно. Мы тоже подменимся на сегнозуха. Сегнозух будет, ой, больно биться. Там по больше 7000 будет сила удара. Так. Он тоже нерешительный. Стоит в защите. Давайте сделаем, наверное, вот так. Ну. Ну, вернись на весь экран. Так. Ладно, давайте выпускаем наше супероружие. Атака на 3. Ладно, 3 в защиту. Фигню какую-то сделал, но пусть будет. Нас, наверное, Маргозавр сможет пробить. С одного удара. Не с одного, с двух. У него 4. Ха, не пробьет. Не пробил. А я могу пробить его. У него по нулям. Жаль, что за 2 не получится. Пришлось бить целых 3. Дарвиноптер нас сейчас тоже легко сожрет. Но это не, вообще не печалит меня, потому что у меня там есть пахи голозавр еще с нормальным количеством житла. Он у нас как буфер. Позволит нам насобирать много баллов, и мы его победим. То есть вообще как бы ничего страшного здесь нет. Это довольно легкий бой. Ну, пока что у нас нету динозавров, которые бьют там по 8000 и 20000 жизни у них. Вообще-то нам даже не придется... Нет, придется таки, наверное, сигнозуха впускать в бой. Но мы в любом случае его за один удар пробиваем. Вот так вот, ребятки. Отлично. Идем дальше. Так. Пойдет вот так. Вот так. И вот. Ну, пусть Гаргазух будет. Да, скоро Гаргазуха создадим. Я уже поймал его, да, в Jurassic World Alive. У меня уже он есть. И у нас еще скоро акция будет тоже на него, так что сможем его даже
прокачать, но правда денег, как обычно, нет. Ну ладно. Так, пятерочку бьет, пока можно посидеть. Кстати, он если ударит на 2, то нас пробьет. Желательно этого не допускать. Блин, не нужно бить, ребята, минимум 4. Ну а вот даже 4 бы, наверное, не хватило. 3, 3, 3. На все 3 пробьет, да? А-а-а, не пробил. Вот это у него эпик фейл получился, честно говоря. Раз, два. А, хоть, блин, за 3 пробивал бы. Надо, можно было в прошлый раз проатаковать. Ну тут впритык, как бы, с калькулятора надо сидеть, чтобы точно высчитать. А на глаз 50-50. Так, 3. То есть у него по нулям, правильно? О, смотрите, он Раджа Стега на 114 уровне помощнее будет Юдона, ребята. По жизни идентично, а вот удар на 400 больше. Блин, а вот этот балл один, да, не досчитался. Вообще-то все должно быть не так. Мы сейчас выпускаем наше супер оружие. Ну, так, Гаргазух. Гаргазавр плюс Капразух. Ну, да, Капразух. Капразух, да? Капразухов я тоже наловил уже в Jurassic World Alive. Да, вот так вот сделаю. Оу, он даже не защищался. Путаю. Капразух и Нундазух. Они появились в игре как-то одновременно, да. Один супер редкий, второй редкий. И обе амфибии. Иногда их путаешь. По названию. Так, ну, изи катка. Этот турнир какой-то легкий. У меня, по-моему, в аккаунте, в моем аккаунте, где у меня нет такого выбора широкого динозавров, противники попадаются посильнее. А, ну у меня там индораптор есть. Неудивительно. Так что, ребятки, не спешите, как бы, прокачивать своих динозавров. Я очень с давних пор про это говорил. Наверное, вы уже все забыли. Точнее, с тех пор у нас уже появилось много новых подписчиков. Давайте я вам расскажу, ребята, как нужно прокачивать своих динозавров. То есть, не спешите, ребята. Вот, если у вас, допустим, вот все динозавры там, вот, какие-то 30 уровня, да, не спешите создавать одного динозавра, который будет сильнее всех остальных. Нужно качать минимум 9 динозавров параллельно, понемножку. Потому что если вы прокачаете одного динозавра сильнее остальных, все противники будут вам даваться по уровню самого сильного вашего динозавра. А он у вас всего лишь один, а остальные все слабее. Так что не качайте кого-то одного самого сильного. Всегда качайте равномерно команду, желательно из 9. Из 9 динозавров. Вот так вот. Так. А мы вот здесь начинаем вот так. Он подменимся. Вот так. И, может, Сигназуха давайте возьмем. Ну, атаковать не буду. Но пахика мне бы желательно сохранить. Очень желательно. Но маловероятно. Давай, атакуй на 2 и будет отлично. Так, ладно. У него один балл есть. Мне нужно атаковать на 1, 2, 3. 2 защиту. Он подменится на шунозавра, да? А я подменюсь обратно. Там, хотя может и этим попытаться проатаковать.
Нет, все-таки подменился. И атакует на 2. Я подменяюсь и атакую на 3. Ну, я его должен съесть. 3, да, легко. 3, 3, 9. Да, ну, не супер легко. Всего лишь 1000 было в запасе. 10% сверху. Так, ну, этого он съедает за один удар. Так, можно, в принципе, попробовать проатаковать. Авось. Нет, все-таки поставил все в защиту. Атакует нас на 2, но мы его добьем сигназухом на 2 без проблем. Он обязательно проатакует. Ну, на 3 даже атакует. Почему на 3? Неужто ли не хватало? Ну, мы знаем, что у него остался 1 балл. Вот так вот. Это такая ловушка для него. Подставляем динозавра, которого он может убить, и он будет обязательно его убивать. Так работает искусственный интеллект в этой игре. Вот так вот, ребятки. Так что жду ваших комментариев, сколько вы уже накопили супер ДНК велоцираптора для создания индораптора. Ну и в свою очередь, в ближайших сериях мы уже создадим своего и будем его качать. На этом все, ребятки. Всем пока.